Добрый день, я Игорь, автор вот этой программы для создания схем плетения бисером. Программа называется «Бисер плетения с Маджей». Программа позволяет создавать трехмерные звезды с различным числом лучей от 4 до 16, колокольчики, объемные шары, ну и ряд других вещей. Сейчас я расскажу, как в программе делаются звезды. Мы сделаем схему плетения вот этой вот звезды, изображенной на экране. Итак, запустили программу. Вначале в программе ничего нет. Вот. Идем в меню «Файл новый». Дизайн геометрического формата плетения. Далее выбираем палитру бисера, в которой будем делать схему прециоса, например. Выбираем формат звезда, 10 лучей, указываем число лучей, число рядов, начальный цвет дизайна, не важно, начальную форму бисера тоже не важно, какое-нибудь название, с которым программа запомнит это. Кошка его надо. Видите? Получили вот такую схему. Итак, мы решили, что будем импортировать картинку. Идем в меню «Файл», «Импорт», «Цветок картинки». Открываем картинку на диске. Выбираем стандартную любую картинку. Программа запоминает эти картинки. Потом вот пропустим этот шаг, стандартный выбор картинки. Выбрали. Теперь перемещаем звезду, картинку на звезду. Можем изменить масштаб чуть больше, чуть меньше. Пускай будет вот такая, побольше облаков. Позиционируем, где что будет находиться. Все. Импортировать можно картинку на одну или сразу на обе стороны. Ну, это будет некоторая корректировка с кем-то. Быстрее сначала сделать одну. На одну сторону ее подкорректировать и повторить все это на вторую. Если мы планируем, что обе стороны будут идентичны. Если это как-то иначе, то по-другому. Указываем здесь число различных цветов. В принципе, чем больше, тем более точно передается картинка, но тем труднее набирать этот бисер и потом собирать саму звезду. 20, например. Нажимаем импорт. Теперь вот здесь вот по уголкам у нас белый цвет. Сейчас мы заполним его тем цветом, который в продолжении начали. До этого кликаем правой кнопкой по цвету. Программа выбирает этот цвет. Входим в режим рисования связанной область, заливка. Нажимаем любые точки. Все обычно этого цвета, в данном случае белого, будут заполнены вот этим цветом. Здесь выбираем свой цвет и так делаем для всех лучей. Здесь можно заполнить как небом, так и облаком. Я предлагаю облаком заполнить здесь. А вот здесь он небо. Можно рисовать, что мы желаем.
каждую бусинку отдельно прорисовывать. Это будет достаточно долго, но можно получить то, что нам нужно. Вот, обратная сторона звезды у нас еще не прорисована, она пустая. Поэтому идем в диалог симметричного рисования. Здесь есть кнопочка «Скопировать одну сторону звезды на другую». И вот они одинаковые. Добавим только использованные цвета. Ну, можно проконтролировать символы цветов палитры. Будем использовать Arial шрифт. Меню к дизайну. Увеличим видео. Все символы можно использовать или наклонно, как сейчас, или вертикально. Рисуется. Вот так. Ну все. Схема готова. Можно вывести ее на печать. Покажу, как это делается. Значит, изображение дизайна. Можно сделать лицевую и обратную сторону, или обе, так как они совпадают, это решено. Делаем только одну сторону. Указываем разрешение пикселей на дюйм. Чем больше, тем, в принципе, лучше. Но в данном случае это не критично, поскольку сами бусинки, они как бы однотонные. Этим видим размер получаемых картинки вот такой в пикселах. Список используемых цветов нам нужен, поскольку мы будем использовать идентификацию цветов палитры символы A, B, C, D и так далее. Свидетель квадратов нам нужно будет выводить, поскольку они отличаются, они неравноценны. Ну, каждый квадрат, опять же, делаем здесь разрешение, так чтобы было что-то более-менее понятно, как что идет. Ориентируемся по размеру картинки в пикселах. Я думаю, достаточно как изображение на полстраницы. Вот. Выведем с помощью здесь описания трех колонок. Выводим. Есть квадрат, поэтому достаточно долго будет схемка. Вот. Итак. Мышка бегает. Изображение всей схемы, список используемых цветов. Видим, под каким символом какой код цвета, сколько всего бусин надо.
И вот пошли, первый квадрат. Вот как он выглядит, вот его словесное описание. Первое, второе и так далее. Стандартные искривленные квадраты, так называемые. Второй квадрат, его вид, как его сплетать. Предполагается, что вы уже знакомы с тем, с технологией плетения. Это как бы схема, чертеж фактически для сборки. Все.